я считаю, знаковый момент. 300 предприятий с, ну, со следующего года приступят к тому, чтобы это наиболее вредное производство, приступят к тому, чтобы начать процесс борьбы с выбросами. И до 2021 года мы должны будем уже увидеть первый результат. Это по стране или по краю? Это по стране. По стране. Почему наш МПЗ не попал в перечень этих предприятий? Ну, потому что, собственно, до конца еще не установлено, что это именно МПЗ. Там промышленный узел достаточно большой. И в силу того, что у нас недостаточно обеспечены контрольные органы соответствующим оборудованием, в силу того, что у нас все-таки еще размыты требования к проведению мероприятий по измерению, установить контрольно-надзорным органам, но вот как я вижу сегодняшнюю картину дня, к сожалению, не удалось, что именно МПЗ является источником выброса. Вместе с тем, МПЗ, какая работа у нас проведена? С МПЗ мы встречались. Процесс у нас пошел еще в прошлом году.